Окей, я понял страту на него. Я понял страту, но... У меня очень стойкости мало. Хил. Не добивай! А вот я добью. А вот я добью. Это был anyway тяжелый файт. Магнетит. Магнитная руда, добытая из недр осина. Применяется для улучшения среднего уровня и выше. Из нее можно выковать магнетит для производства прочной стали. Данная порода считается чрезвычайно редкой и тем более ценной она является. И еще и бусину дали. Сейчас у нас 4 бусины. Отлично. О, сюрикен волчок. Если завести пружину еще сильнее и накопить еще больше энергии, сюрикен будет вращаться и после попадания в цель несколько раз нанесет урон. Кайф. Усилить выносливость. Да, вот 4 буса. Все, отлично. Больше хп, больше концентрации. Кайф. Сломанный рог Гёбу. А, вот, вот она штука эта. Прославленный рог-копье, которым некогда воевал Гёбу Мастака Анива. Его острие нужно встроить в протез. Дернув рог на себя, можно подтянуть врага к себе и даже сорвать броню. Так, ну давайте попробуем. Давайте попробуем. Сейчас от собак избавлюсь. Избавился от собак, проверяй. О, да. Ну, зашибенный. Просто кайф, просто кайф. Избавился от собак. Чё-то это не очень работает. Броня не срывается. По жопе надо бить, походу. Магнетит. Так, и выбор у нас получается имеется, куда идти. Либо в замок Кастина... дальше двигаться. Либо пойти бабку трайхардить. Фак.
еще, бабуль? Воюем, мать твою. Камера! Ничего не видно. Ну и самое жесткое дерьмище. Чуваки, это же еще не конец. Здорово, Дживей. Вот в чем проблема в этой фазе. У меня есть эти горошины, но я пока что не юзаю их. Может быть, побольше? А! Теперь довольна, бабка? Теперь довольна? Ты стал сильнее, волк. Фух, найс, найс. Призрачная госпожа бабочка была опытным мастером морока. Капелька сакуры. Розовая капля, остающаяся у тех, кто не смог связать себя клятвой бессмертия, дарует одну дополнительную единицу воскрешения. Повторно принести клятву бессмертия и получить в награду дополнительную способность к воскрешению почти наверняка можно лишь в присутствии божественного дитя наследия дракона. То есть с моим господином посоветоваться насчет этого, чтобы было два воскрешения. Обалдеть. Катсцена. Негатив в спину прямо залетел. Даже не показали, кто это сделал. И господин откопал. Ты храбро сражался за меня. А что если это он сам и вонзил в меня? Какая преданность не должна пропасть даром. В
Верный волк, прими мою кровь и живи. Не, вряд ли это он сделал, потому что он нас одарил бессмертием, по сути. Блин, блокирует своей шляпой. Ну, отвод. Тот летит, тот летит! А! Я уже подслушивал их разговор. Итак. Вот смотрите. Видали? Прямо к моим ногам упал. Обычную атаку можно удерживать и получится неблокируемая атака. Ну да, я про это знал. То есть я не знал, что она неблокируемая. Я знал, что можно задерживать и силовую какую-то атаку проводить. Пожалуй, я ем два дрожжа. Блин, смотрите, там какая-то бабка, которая, походу, может всех призвать, да? Пожалуй, по скрытности все сделаем. Смотри в окно, это твой последний прекрасный вид. What? Это что за имбалоид? Это вот они настолько сильны? Давайте глянем, что наверху у нас. Леденец Гакана. Here we go. Это босс, что ли, сейчас будет? Госпожа Эмма, скажите, что случилось с этим человеком? Воды молодости. Вот как это называется. Вы хотите сказать, что это секретное оружие Асина? Да. Те, кто выпьет эту воду, не смогут полностью умереть. Точнее, они вообще не могут умереть. Вода молодости. Она тоже. Тоже происходит от крови дракона, да? Да. Госпожа Эмма, я не верю, что кровь дракона священна, совсем не верю. Элитный боец Асина. О май. Едрить. Huh?
Полегче, мужик. Сохрани дистанцию. Я вернулся. Бусина. Но он был изявый, он был очень легкий. Печень угря. Чудодейственное средство от молний, возложенное на алтарь клана Асина. Значительно снижает урон от удара молнии и статуса шок. Молния — гнев божественных драконов. Угри, хоть и малы, приходится им родственниками. Даже божественный гнев возможно подавить. Хотя, скорее всего, и ненадолго. О май гад, тут что, будет какой-то безымянный король, что ли? В землях Асина некогда блуждали призраки. Они метали молнии, которые нельзя было отразить. Старайся не касаться ногами земли, а отражай молнию. Чего? Отражение молнии. Если молния ударяет в человека, когда тот стоит на земле, удар обездвиживает его. Однако, если он в это время находится в воздухе, энергию молнии возможно задержать и выпустить в противника. Перед приземлением отразить молнию. Погоди, а наверху что? Понял. Тупик. Как господин Иссин? Он чудо, что он до сих пор с нами. Вот как. Микоё, мой чидою. Божественный наследник, я попрошу тебя. Свяжи и меня своей клятвой бессмертия. Я не могу этого сделать, господин Генитира. То, что в тот раз вы победили, не значит ничего. Он не пожалеет жизни, чтобы освободить меня. Конечно, я же бессмертен. Ибо он мой синоби. Мне что, с ним бороться, что ли? О май гад. Господин, я пришел за вами. Это... не займет много времени. Не займет много времени. Не займет много времени. Понятно. Пока ты жив, кровь дракона не может стать моей. Но я ж бессмертен, ты меня убить не можешь никак. То есть ты никогда не станешь... Давай воскреснем, мужичок. Нарабатывай.
О май гад, у меня еще одно воскрешение, да? Да. Просто зажал в сортире, мразь. Мигото-да, Миконо Синобио. Впечатляющий Синоби божественного наследника. Но ты достоин больше. Не желаешь ли служить другому господину? Зарегото. Это ересь. Зарегото-да-то. Ересь, говоришь? Если на кону судьба Асина... Я готов пойти на любую ересь. Готов вынести любое бремя. Узри же, молния Томаэ. Это место около двери из самурая, чуваки, это как будто уязвимое его место, я не знаю. Его здесь можно зажать и просто насилуют. Исключением этой атаки луком, это, конечно, все замечательно. Okay, у меня есть вроде два возрождения. Let's go. Понял. Понял.
Казнь Синоби. Воспоминания Генитира. Память о битве с редким противником, оставшаяся в сердце волка. Медитируя у идолорельщика и пережив битву заново, можно навсегда увеличить силу атаки. Генитира Асина был заклятым врагом волка, отомстить которому того обязывал кодекс. Блин, я вообще думал изначально, что это финальный босс будет, но походу нет. Техника ниндзюцу, превращающая брызги крови жертвы в дым, расходует эмблема духа. Активируется после выполнения смертельного удара сзади. Дым позволяет скрыться от глаз врагов и воспользоваться элементом неожиданности. Путь Синоби — это борьба между жизнью и смертью. Смерть для него — источник силы. Жесть, посмотрите, сколько ошибок, опять ошибка в переводе. Путь Синоби — это борьба между жизнью и смертью. Я вижу, вы победили. Что тебе? Я не желаю вам зла, Синоби божественного наследника. Господин Генитира, это воды молодости? Он ожил все-таки. Он испил воды. Наш клан и наша земля для меня все. Ради них. Я готов оставить человеческий облик. Воскрешение. Да, верно. Прощай. Драконом стал и улетел.